На конкурс «Дети читают стихи» Емельянова Татьяна, 5 лет, автор Ольга Маслова, героям победы спасибо. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мне подарили, когда в 45-м вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды, мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям.